Таких автомобилей у южно-казахстанских пожарных еще не было. Вся техника последнего поколения. Каждая из универсальных машин может заменить несколько пожарных единиц. Идеально подходит для мегаполиса с его пробками и высотными зданиями. Министерство по чрезвычайным ситуациям выделило нам 6 новых машин. Это автоцистерны, автолестницы, а также современные комбинированные автомашины. У них в комплектации идет как автоцистерна, так и лестница, а также автомобиль быстрого реагирования «Валдай». Вся эта техника предназначена для выполнения задач в крупных городах. Стоимость новой техники 402 миллиона 230 тысяч тенге. Но она того стоит, говорят борцы с огнем. АЦЛ, пожарная автомашина, снабженная лестницей, одновременно может тушить огонь и эвакуировать людей с верхних этажей. Раньше для этого нужны были две автомашины. ПНС-2С и пожарно-насосная станция в секунду подают до 200 литров воды и используются при тушении крупных объектов. Особая гордость пожарных – автомобиль быстрого реагирования. Эта машина, созданная на базе «Газели», может проехать по узким дорогам и потушить пожар с минимальным ущербом для пострадавших. Любую квартиру наши ребята могут проникнуть, не дожидаясь большой лестницы, поставят трехколенку, например, до четвертого этажа. Дальше штурмовой лестницы они могут куда угодно залезть и подавать. И вот у него стоит, видите, вот ствол, уже рукава не надо соединять. Вот катушка, вот внутри стоит. Он ее берет и сразу вперед и ушел. Струи он не подает, распыленную воду дает. Поэтому квартиру тушит, пол сухой, на нижней этаже вода не протекает. Новая техника требует особого обращения. Поломка может обойтись в сотни тысяч тенге. Но специалисты департамента уже думают, как обойтись своими силами. Мы уже часть сотрудников наших обучили в Астане. Вот иностранные специалисты обучили наших ребят работать на этой технике. И я думаю, что мы ее будем использовать с успехом. Вот. И я думаю, что в этом плане уже мы какой-то процент безопасности обеспечим нашим гражданам, которые живут в высотных домах, на квартирах и так далее. Теперь парк южно-казахстанских пожарных насчитывает 197 автомашин. Уже в ближайший месяц он может пополниться. Сотрудники службы пожаротушения ожидают поставку еще одной штабной «Газели». Данияр Худайбергенов, Николай Иванов, Роман Брикулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».